Боевой карандаш – творческое объединение ленинградских художников, которые выпускали агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков в середине 20 века. Первые плакаты объединения появились зимой 1939-1940 годов, в период Советско-финляндской войны. В период Великой Отечественной войны плакаты боевого карандаша стали важным военно-патриотическим агитационным материалом и приобрели огромную популярность. В работе объединения участвовали графики, живописцы, скульпторы, писатели и поэты. В послевоенное время плакаты рисовались на тему, сатирические плакаты на какие-то бытовые темы и международные политические. Само объединение просуществовало до 1990 года. Боевой карандаш или карандашисты, как его еще называли, это сообщество не только художников, а также поэтов и писателей. Для боевого карандаша характерны лаконичные, острые, хлесткие тексты, чаще всего стихотворные, которые сопровождали рисунок и отражали его злободневность. В фондах городского музея хранится несколько десятков плакатов ленинградских художников. Из них составлена небольшая экспозиция с тематическим названием «Оружием сатиры». На выставке посетители могут увидеть плакаты периода 80-х годов. Целью выпуска сатирических плакатов было преодоление различных недостатков в жизни общества. Коррупция, бюрократия, халтура, лень, пьянство – все это высмеивалось авторами плакатов. Смотря сегодня на пожелтевшие листы, мы понимаем, что многие из сюжетов актуальны и злободневны в наше время. Формат выставки не позволил разместить все плакаты, которые находятся в фонде. Поэтому остальную часть экспонатов сотрудники музея могут показать по запросу посетителей. Выставка «Оружием сатиры» работает до середины августа. Возрастное ограничение 6+. Светлана Ернова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.